друзья, решил я опять выйти, походить по огороду с Аськой. Посмотрим, может, что-то найду. Монет тут уже много находил, но может еще что-то найду. Убрали огород, поэтому решил по чистой земельке походить. Друзья, отошел метр от места, где я снимал. Вот тут я снимал. Пропоходил. Смотрите, какой сигнал. Давайте сейчас его копану. Друзья, взял я лопатку, которую я нашел вчера. Сейчас копану и вам покажу. Так, выкопал я яму. Сейчас посмотрим. Выкопал я его. Возьмем пина. И посмотрим, что. Друзья, что-то интересное очень, я в шоке. Друзья, это концовка ролика. И я могу уже сказать, что это такое. Это серебряная серега в позолоте. Советская. Камень Александрит. Очень красивый камень. Мне очень-очень нравится. Посмотрите, какое красивое украшение. Очень рад находке. Спасибо каналу Богдана Арника за то, что сказала, что это такое. Также спасибо каналу Нигуру Копа. Он сказал, что это за камушек, и правильно сказал. Спасибо большое за комментарии. Ссылки на эти два канала я оставлю в описании. Обязательно познакомьтесь с ними. Они обязательно вам ответят. Зайдут на канал, подпишутся. Посмотрят ролики. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. Поддержите, пожалуйста, меня лайком, а также комментарием. А кто хочет поддержать канал материально, напомню, ссылка в описании. Очень нужен новый компьютер, так как даже иногда не могу выходить на стримы. Из-за того, что вырубается мой. Всем, друзья, удачи, всем пока.